Приятно насладиться то простотой, то глубиной и пронзительностью, а иногда и изяществом загадочного и неповторимого мира живописи. Художница Юлия Третьякова воплотила краски своего настроения в работах персональной выставки «Эмоции цвета». Истинные ценители этого вида искусства собрались на открытии выставки. Прекрасное начало. Я надеюсь, что она вырастет в такого маститого, плодовитого художника. Это Юлия Третьякова, значит. Я же уже сказал, я хочу уже ее забирать к себе работать. По профессии Юлия Третьякова – художник по ткани. В настоящее время она получает дополнительное образование по специальности «Графический дизайн». Активно занимаясь живописью и участвуя в выставках, художница с удовольствием обучает детей и взрослых в изо-студии «Ультрамарин». Это развитие художественного видения и креативного подхода, чтобы ребенок свободно относился к своим творениям и, самое главное, художественный вкус. Эмоции цвета – это портреты простых людей и предметной среды. Это невыдуманный мир, в нем присутствует душа. Я просто помешана на изображение людей. Для меня человек – это самое интересное, что вообще может быть в этом мире. Когда я пишу человека, я его люблю в этот момент. То есть я со всей любовью отношусь к своим моделям, будь то девушка, ребенок или старик. Я ценю время, которое они отдают мне. Посещение картинной галереи имеет особое значение для школьников. Осматривая картины, ребята приобщаются к искусству красок и всесторонне развиваются. Я пришла на эту выставку, чтобы набраться опыта, как рисовать, стремиться к чему-то, чтобы продвигаться все вперед и вперед. Мне очень понравились эти картины все. В каждом есть тоже своя изюминка, свой какой-то характер, каждая картина несет свой. Вот. Ну, хоть вот рисование – это, наверное, не мой все-таки дар, но мне очень было интересно посмотреть на это все. Вглядываясь в портреты, начинаешь понимать, что хотел передать автор, какие эмоции он испытывал, и незаметно для себя начинаешь восхищаться тем, на что в обычной жизни не обращаешь внимания. У меня очень хорошие впечатления, очень красивые картины. У каждого свои эмоции, свои чувства. Нарисовано очень красиво. У каждого свои черты лица, своя прическа. Ну, в каждом есть своя изюминка. Лариса Вольнова и я, Дамия, Наталья Буслаева. Видное ТВ.